Ирина Михайловна Бондарева. Так. Замечательный, талантливый педагог, во-первых. Отличный, с большой буквы, человечек, которая умеет вокруг себя собрать людей, организовать на доброе дело и сделать это очень тихо и хорошо. Ирина Михайловна является образцом интеллигентности, ума и таланта. Рядом с ней чувствуешь плечо. Можно иногда и поплакаться, облокотиться на это плечо. Ирина Михайловна – это человек, вот я говорю, плачу, с которым можно поговорить и знаешь, что это дальше разговор не уйдет. Поговорили и забыли. То есть пообсудили, поплакались, пообсуждали, порешали, как это выйти из положения. Поэтому человек на своем месте. И очень грустно от того, что годы берут, а хочется быть молодой. И вот поэтому, дорогой Ирине Михайловне, я хочу пожелать на многие лета вот этого творческого подъема, вот этого вдохновения, лучезарности ее глазам, хорошего настроения всегда. И чтобы никакие невзгоды, никакие бури, никакие катаклизмы, которые происходят в нашем большом государстве, не коснулись лично вашей семьи, чтобы ей было спокойно и комфортно. Мне бы очень хотелось пожелать Ирине Михайловне, чтобы ее дети, которых она обожает, и которыми она гордится, а мы тоже гордимся, и Владар, и Ксюшечка, подарили ей больше минуты спокойствия и радости. Денег много не бывает. Их должно быть столько, чтобы хватало на семью и на благотворительность. Я бы очень хотела, чтобы этот достаток пришел в ваш дом. Чтобы мамочка как можно меньше переживала в эту сторону, а больше у нее было время сходить на выставку. Я мечтаю, когда будет ходить по выставкам. Чтобы она могла посещать все те любимые музеи и театры, которыми она дорожит. Чтобы было время на встречу с своими подругами, друзьями. Ну и, конечно, на любимых внуков, которых она просто очень сильно любит и гордится. Я хочу пожелать Ирине Михайловне в ее замечательную дату, в четное число, это 68 лет, это, ну, очень хорошее число. Всегда говорят, что четные числа – это числа счастливого времени, чтобы вот эта бесконечность жизни была, наверное, по прогрессии шла в вечность. И чтобы Господь был милостив к Ирине Михайловне, дал ей еще молодость ее души и сердца. Чтобы ей хватило сил пережить вот то, что переживаем сейчас все мы, москвичи. Вот это неурядица, непорядок в образовании. Чтобы это не коснулось нас именно с плохой стороны. Чтобы во всем увидеть только позитив. Чтобы в храме в день ее рождения... В день ее рождения. Это день рождения. Хотя говорят, что комсомол – это плохо. Уже ничего подобного. Это счастливая дата, день рождения комсомола. Тем более наша молодость и моя, Ирина Михайловна, прошла именно под комсомолом. Мы помним из песни о комсомоле. «Дядь Пах-Пах, мы-то не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым». Так оно и есть, мы такие и есть. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы эта дата у нее была всегда самая радостная. И в этот вечер, чтобы вы собрались с семьей, с Ириной Михайловной, Володь, Владарчик, подняли за ее здравницу тостик, и чтобы помнили, что мы ее очень любим. Что она, конечно, педагог большого масштаба. Малышок – это, конечно, тихая гавань для нее. У нее большой размах крыльев. Вот ей нужно, конечно, больше творчества, чтобы пространство для этого творчества, больше возможности творить, чтобы рутинные бумаги, которые ее вот сейчас мучают, они не беспокоили ее сердце, чтобы она занималась только трудом, который приносит вдохновение. Я очень ее люблю. И хочу ей прочитать такие слова. Потому что октябрь – это еще месяц, когда мы отмечаем День Учителя. Это Международный День Учителя, 5 октября. Есть такие слова. «Учитель мой, я чтил тебя и чту. Ты дал нам речь родную, дал язык нам. Так будь, как светоч, на своем посту, одновременно скромным и великим. Я вас очень люблю, ценю, много раз обнимаю и целую нежно. С любовью, Татьяна Александровна». Татьяна Александровна, вспомните какой-нибудь момент. Как вы познакомились вообще? Познакомились мы очень интересно. В школе Жданова делает ремонт. Я еще Ирину Михайловну не знала.
только пришла на работу. И вдруг вхожу и вижу. Мы с ней виделись. Знала, что педагог пришла к нам в школу. Но я еще с ней близко не была знакома. Вижу, сидит мужчина на голове из газетки «Шапочка». И рядом женщина. Говорю, мне знакома. Ой, Ирина Михайловна. Оказывается, ваше семейство, ты помнишь этот момент, делали ремонт в школе. Я приходила, рядом с ними садилась, вместе бутерброды, у меня были бутерброды, вместе ели бутерброды, беседовали. Кабинеты наши были недалеко друг от друга, перерыв, мы собирались, пили чай всегда вместе. Ну а потом поняли, что нас общего много. Я когда увидела Ксюшу, вернее, я сначала услышала от Ирины Михайловны, что она учится, что она еще школьница была, как она стремится поступить в университет. Она еще была школьница, а ты уже поступила в университет. И с какой она радостью и гордостью это говорила мне. Потом показала, это мой сын Володя. И мы как-то стали с ней общаться, дружить по работе, помогать друг другу. Потом я узнала о том, что Ирина Михайловна захотела получить второе образование педагогическое, потому что его не было. Она уже вот в институте у Неменского работала. И она пошла учиться. Ко мне прибегала, говорит, поздравь меня, сегодня зачет, сегодня пятерка. И вдруг приходит ко мне с перебитым крылом. Пришла ко мне. Но она в этот день зато сдала два экзамена. Вот. Это было вот это ее трудолюбие, вот это ее желание, стремление вот добиться всего. Покоряло меня всегда. Я люблю очень сильных людей. Но именно сильных не физически, а устремленных куда-то. Человек стремится к цели. У нее была цель работать с детьми, имея за спиной профессиональное образование. Ну и вот дай бог ей здоровья, Ирина Михайловна, она это получила. Поэтому у нас с ней много связано вот таких моментов. Вот вокруг нас были дети. Когда Ирину Михайловну назначили временно исполнять обязанность руководителя, я находилась на больничном, как раз сломала руку и ногу. Я лежала, болела. И когда пришла, для меня это было очень неожиданно. Я видела ее с другой стороны, очень важную. И поняла, что Ирина Михайловна бывает и другая. Из мягкого, серьезный, строгий руководитель. Но это не помешало нам друг друга понять и продолжать наши добрые отношения. Поэтому, Ирина Михайловна, ой, ну как мне сказать? Ну, в общем, мне тепло, когда она рядом. Мне хорошо. По работе бывают всякие моменты, Владар. Точно говорю. Могут быть не со стыков, потому что вы видите, в каком мы здесь загоне. Но от нее, конечно, микроклимат малышка полностью зависим. Если у нас сумасбродства много, других она умеет эту шелуху всю вычистить, а оставить только зернышки. Вот это в ней есть маме. Она хороший психолог. И то, что она живет по принципу «ищи тишины», это дорогого стоит. Человеку всегда нужна тишина, чтобы слышать, как дышит земля, чтобы знать, как речка журчит и как сердце любимой стучит. Человеку всегда нужна тишина. И вот Ирина Михайловна эту тишину умеет создать вокруг себя. Я человек очень эмоциональный по натуре. Во мне огонь. Но тем не менее, я люблю тишину. И вот с ней я ее нахожу. Вот. Она мудрая женщина очень. Работала полный день с отдачей. Только потом я узнала, что в квартире у нее только что умерла мама. Дом. Это говорит о чем? Что человек превыше всего. В тот момент она знала, что маме уже не помочь. Она пришла выполнять свой долг. Но это не каждый на это способен. Вот это сделать, потому что она занята ее спиной, был коллектив. И она знала, если она не придет, не предупредит, не сделает, то где гарантия, что это кто-то сделает другой? И она должна была показать пример. Это говорит о качестве человека, о том, что она по жизни идет очень правильно. Но я так понимаю, что она очень мудрая в семье, потому что Виталий Иванович человек, я понимаю, человек-находка и загадка. Она говорит, вот тебе Виталий Иванович был. Конечно, Виталий Иванович человек особый. И вот мне бы хотелось, чтобы вот в вашей семье все-таки мама была аккумулятором всех ваших добрых дел. Я думаю, так оно и есть. Да? Вот, поэтому, Владарчик, вот тебе хочу пожелать, чтобы вот она очень переживает. Ты просто это знал, она очень переживает за тебя. Очень. Я-то знаю. Переживает. Хорошо. И поэтому... Хорошо, что говорите об этом. А? Хорошо, что говорите об этом, потому что...
такой тишины, которую она создает в рабочем коллективе, да. Она умеет такую же тишину создавать дома. И дома. Да. Но ты видишь, как здорово. Это же очень большое. А у меня не всегда так получается. Она говорит, мам, ну мам! Мне, я даже по характеру другая. Поэтому, Владарчик, дай Бог здоровья твоей мамочке. Дай Бог. Потому что вот она, собственно, все двое наплакались. Я думала, что я была готова уходить. Она меня успокоила, говорит, не надо. Не сделай такую глупость. Я хотела уходить в этом году. Но когда я получила, я поняла, что работы полно, а денег нет. А потом, понимаешь, я без них обхожусь. Я говорю, мне не надо лишнего. Мне надо, давайте столько, сколько мне хватило, чтобы тебе и подать в кружку нищим, нуждающимся. И помочь своей мамочке, своей инвалиду, которая у меня очень тяжелая. Там надо содержать всех сиделок. Это вот что мне нужно. На что деньги? А так нет. И поэтому она говорит, нет, не надо. Мы с тобой должны работать. Если уйдем мы, уйдут наши дети. Они же ходят к нам. Не все будут в Большом театре петь. А людьми должны быть каждый. Правда? Какой ваш девиз по жизни? Я уже как-то говорила. По жизни девиз. Как-то я не могу так громко сказать. Но вообще моя задача всегда была, вот, не навреди. А как вы считаете, какой девиз мог бы быть, ну, таким адекватным для жизни Ирины Михайловны, то, как вы видите ее со стороны? Ну, мне кажется, вот она, вот это, у нее то же самое, она не навреди, ищи тишины. Потому что это и на тишины в философском смысле слова. Не просто так, ничего не делай, просто сиди в тишине. А вот ищи тишину, уметь решать вопросы, вот не на горле, как у нас это, кстати, принято везде, а вот именно спокойно вот, убеждая человека в правильности этого решения. Вот я думаю, что да. И вот стремление идти вперед, не останавливаясь. Во-первых, мне кажется, Ирина Михайловна, мне так кажется, по крайней мере, я с этим не сталкивалась, чувство в женском коллективе всегда присутствует чувство зависти. Я по жизни с этим сталкиваюсь очень часто. Это даже замечают мои близкие. Говорят, мама, тебе просто завидуют. Это такой страшный грех по жизни. И я знаю, что я это испытываю здесь, эту зависть. Я даже знаю, от кого испытываю. Но, к сожалению, к радости в сторону твоей мамы я не могу этого сказать. То есть она умеет правильно, адекватно относиться к этой ситуации. И сказать, да, наверное, это правильно. Вот. И поэтому Ирина Михайловна по жизни идет, по-моему, не навреди, ищи тишины. И помощь, спеши делать добро. У доктора Гааза есть такие слова мудрые? Спешите делать добро. По-моему, она вот подходит к ней такие слова. Она умеет это делать. Вспомните, как вы выезжаете на выездные всякие ваши мероприятия. Да. Дом музыки, да, мы обязательно что-то. Встречаемся. Она является моей палочкой, выручалочкой, потому что я по зрению плохо вижу, и в любую погоду мы с ней встречаемся обязательно на Пушкинской. Куда бы мы с ней ни ехали, даже если это рядом до Маяковки, мы с ней встречаемся именно на Пушкинской, в том месте едем. Потом обратно возвращаемся, заходим с ней в какую-нибудь кафешку, посидим, выпьем, поедим, перекусим и по домам. Вот это мы, это всегда у нас так поставлено уже с ней. Она уже знает, я хвостиком, вот мы вместе ходим. Да. Поэтому мне бы очень-очень хотелось, чтобы долголетие было у нее творческое.